Одна из последних наших разработок — это упаковочный полуавтомат с объемным дозатором. Состоит из следующих частей: загрузочный бункер объемом 1,5 мешка, объемный дозатор. Вес дозы у нас регулируется от 30 грамм до 150 грамм. Нижняя часть — пленка, сваривающее устройство. Последняя эта разработка наша снабжена автоматическим узлом протяжки пленки и ножной обрезкой пленки. Пленка идет по направляющей, по косынке формируется в трубу путем вертикального паяльника. Пара горизонтальных еврошлов делает одновременно верх нижнего, низ верхнего пакета, и между ними идет механическая ножевая обрезка пленки, обрез, зубчатый нож. Показываем, как он работает. Как вы видите, дозатор, педаль дозатора, датчик дозатора совмещен с механической обрезкой. То есть, как на прошлых моделях, нам не надо рукой нажимать кнопку, она автоматически срабатывает. На одном из горизонтальных швов установлен шестизначный датор. Дата отчетливо видна на одном из пакетов.